Решил таки записать видео для тех, кто сомневается по поводу пленочной фотографии. И многие считают, что пленочная фотография умерла, производители сняли с производства, лучшие камеры и т.д. и т.б. Сняли с производства, да, это многие сняли. Почему? Потому что пленочная фотография в рамках производителей фототехники давно зашла в тупик. И причин здесь несколько. Я подробнее расскажу об этих причинах, что касается оптики, корпусов, затворов и всего остального. Это никак не связано с тем, что сейчас технологии шагнули вперед, цифра впереди всех. Кто так считает, мне этих людей искренне жаль. Обычно такие люди потом кусают локти, говорят, что я не купил, было дешево, теперь оно в 10-100 раз дороже. Ну, это мы уже проходили, это, в принципе, все это уже понятно, к чему это идет.